Всем привет! С вами Пиксель, и сегодня мы будем играть в новую отличную игру Idle Human. Здесь мы будем создавать крутого человека, начиная с костей. Добавим ему органы, перейдем к мозгам, нервам, позвоночнику. И наконец-то мы сделаем себе офигенного, крутого человека. Ну что ж, давайте начнем. Здесь, я смотрю, мы можем сделать вначале кости. Давайте прокачаем кости немножко. О, посмотрите, у нас уже появились кости. Ну это круто, надо прокачивать дальше. Давайте прокачаем хотя бы сотку. Как видим, ресурсы у нас добавляются в зависимости от того, сколько мы прокачали костей. Каждая кость дает аж 20 ресурсов в секунду. Ну давайте прокачиваем сейчас руки. Вот, руки уже тоже немного появились. А, тут есть даже кликер, давайте покликаем. Это, кстати, прибавит нам намного больше, чем мы будем просто сидеть и ждать. Итак, я уже достаточно много накликал клеток, и теперь мы можем прокачивать дальше нашего человека. Давайте попрокачиваем ему руки, сделаем уже достаточно хороший скелет. У нас открылись тазовые кости, давайте их тоже прокачаем. Накликаем еще. Давайте покачаем немного еще руки. Вот так вот, гляньте, у нас уже начинает вырисовываться такой неплохой скелет. Сейчас мы еще немного накликаем, прокачаем таз, еще руки. Давайте, кстати, пройдем одну или несколько викторин. Покрутим колесо, может нам выпадет что-нибудь ценное, к примеру, не знаю, даже какие-нибудь ускорения могут выпасть. Итак, нам выпало 200 секунд ускорения, это круто, это очень круто. Воу-воу, нам выпало сразу 2 миллиона, давайте их сразу используем. Прокачаем тазовую кость, прокачаем руки, ноги. О, это просто круто. У нас уже почти дорисовались ноги, мы скоро уже начнем создавать. Так, я уже достаточно хорошо прокачал наши клетки, теперь они очень, аж по 200 тысяч собираются. И давайте пройдем еще две викторины и продолжим прокачивать нашего человека. Итак, что же нам выпадет? Это похоже... Да, это 3 кристалла, мы их используем, думаю, уже очень скоро. Используем их на какие-нибудь ускорения или, возможно, на какую-нибудь прокачку, так как здесь очень много прокачек и нам еще очень-очень многого создавать. Воу, вы посмотрите, нам выпало аж 400 секунд, и мы получаем 6 миллионов. Это супер круто. Сейчас мы прокачаем уже дальше наши ноги, дорастим их. Вот, смотрите, как они уже появляются, неплохо. Давайте 1000 ног наберем и дальше перейдем на руки. Так, теперь мы прокачаем руки, чтобы они хоть, ну, вообще круто выглядели. Итак, уже скелет неплохо прорисовался. Сейчас мы дорисуем еще 1000 рук и возьмемся за таз. Таз это очень, тоже очень круто, надо его прорисовать хорошенько. Продолжаем набирать руки, давайте их прокачаем до 1000, до 1500, наверное. И дальше возьмемся снова за ноги. Ноги тоже надо до 1500 прокачать. Вот, мы уже почти соединили таз с костями ног. И может быть скоро соединим таз, кстати, с руками. Но это еще нам предстоит подождать. А теперь мы качаем таз дальше. Так, мы уже почти прокачали 1000 таза в кости, но у нас закончились деньги. Надо, точнее не деньги, а клетки. Надо покликать немножечко на клетки и прокачать наш таз до 1000. Это быстренько будет. Прокачиваем наш таз. Теперь у нас таз 1000. Нужно нам еще докачать наш таз аж до 2000. 2000 нужно докачать таз. Ну давайте сначала докачаем кости ног до 2000, а потом возьмемся за кости рук. Ну вот, мы уже прокачали кости ног максимально. Посмотрите, какие ножки, а? Это, конечно, круто, круто. Не спорю. Немножко нам не хватает. Мы сейчас быстренько накликаем. И давайте прокачаем еще немного. Давайте все-таки я накликаю немножко на паузе, а потом мы с вами продолжим. Ну что ж, я наконец-то накликал достаточно много. Теперь каждый клик нам приносит аж 5 миллионов клеток. И мы сможем наконец-то закончить наш будущий скелет человека. Давайте продолжим прокачивать кости, прокачивать таз. Давайте, может быть, качнем органы. Да, я думаю, стоит качнуть органы. Давайте прокачаем их. Опа-на, это у нас... Желудок. Желудок уже, кстати, почти прорисовался. Достаточно бледный желудок получается, но я думаю, он такой на самом деле и есть. Продолжаем прокачивать желудок.
Докачаем его до 1500 и начнем качать легкие. Давайте качнем немного легких, чтобы они хоть начали появляться. У нас открылась печень. Круто. Но сначала мы докачаем легких до 1500, чтобы хоть как-то у нас на скелет уже появился, потому что очень долго все прокачивается. Если не смотреть рекламу и не прокачивать кликер, то это очень долго. Поэтому мне приходится все это делать за кадром, но там и заморочки, поэтому. И мы продолжаем прокачивать печень. Легкие уже у нас немного появились, появляется наконец-то печень. Давайте печень качнем тоже на 1500. И... Во, у нас открылись кишки. Ну, кишки подождут еще немножечко. Сейчас мы быстренько прокачаем печень и вернемся к костям. Нам нужно все-таки прокачать достаточно крутой скелет. Давайте докачаем. Докачаем до 3, до 2,5 давайте докачаем руки. Вот, руки уже соединились. Теперь у нас такой скелет с руками и ногами, но при этом не имеет ребер. Ну ничего страшного, мы это соединим скоро. Давайте докачаем до 2000 наш тазовую кость. Вот таз у нас уже вырисовался. Еще немножечко. И будет у нас уже почти законченный скелет человека. До 2000 прокачали, но почему-то не открывается. У нас дальше ребра не открываются. Ну, я думаю, стоит прокачать до максимально наши руки, чтобы ребра открылись. Давайте это сделаем прямо сейчас. И нет, не открываются. Давайте тогда прокачаем таз до конца. Возможно, все-таки причина в этом. Ну, достаточно дорого уже таз стоит. Придется нам покликать немножечко. Насобирать немножечко наших замечательных клеток, чтобы прокачать наш крутой организм. Но пока что все очень долго. Очень. Ну давайте попрокачиваем, уже 3000 собралось. Ну и давайте немножко органы прокачиваем тогда. Давайте кишки качнем, я думаю, это будет очень круто. Давайте прокачаем наши кишки, вон они вырисовываются в этот момент. Кстати, очень круто выглядит, смотрите, как прорисовываются кишки. Сколько кишок у человека, никто бы не догадался никогда. Продолжаем кликать на наши кишки и прокачивать их. Но уже так неплохо вырисовывается наше тело, кровеносная система уже, может быть, скоро появится, но пока что, я думаю, еще рано. Вот она у нас закрыта. Нам нужно еще попрокачивать таз, но, к сожалению, на таз у нас уже денег нету. Итак, я еще немного накликал клеток нам, и давайте мы сейчас прокачаем наши органы по 3000 каждый, чтобы мы наконец-то смогли сделать наш скелет полноценным. Для этого еще нам нужны будут ребра, еще нужны будет позвоночник, ну, в общем... Конечно, не забываем и про череп, который тоже нам очень будет нужен. Но это все попозже. Сейчас мы прокачиваем желудок нашего скелетика. И прокачаем еще легкие. Тоже до 3000. Нам нужно набрать минимум по 3, по 2000, чтобы прокачать другие наши органы. В частности, нам нужна толстая кишка, которая непосредственно еще дальше будет идти. Но до нее еще нужно очень много качаться. Я думаю, мы успеем за это время прокачаться. Итак, мы докликали уже 3000, и нам еще осталось немножечко печени докликать до 2000, и нам откроется толстая кишка. Давайте мы это сделаем прямо сейчас, докликаем 2000 нашего прогресса печени. Наконец-то нам открылась толстая кишка. Мы сейчас ее прокачаем. Нам нужно ее прокачать, давайте посмотрим до скольки. Нам нужно прокачать толстую кишку аж до 2000. Ну, это не сложно, но и не просто. Давайте это тогда сделаем прямо сейчас. Докачаем ее до 2000. Нам, я думаю, хватит еще наших клеток. Хотя их очень много уходит сейчас. Но, думаю, до 2000 мы еще успеем прокачать. Думаю, немножечко, если что, подсобираем и докачаем. Сейчас еще немного клеток я накликаю и снова к вам вернусь. И мы прокачаем, наконец-то, наши ребра. Итак, я немного накликал нам клеток, и теперь мы будем прокачивать дальше нашу толстую кишку. Так как нам аж нужно 3000 толстой кишки, давайте это ее сделаем. Вроде как 3000, давайте прокачаем. Нет, нам нужно были 2000, и сейчас нам нужно еще 200 прокачать наши почки. Но до почек нам нужно еще прокачать нашу печень на 3000 и нашу толстую кишку на 3000. Это очень много.
Поэтому на сегодня мы заканчиваем. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, чтобы видео выходили как можно скорее. Следующее видео будет уже совсем скоро. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.